этом нечистом городе виновны все. Мы пришли как воины, а уйдем как герои. Так лучше? Ага. Вы кто? Вы из ЦРУ? Доброе утро, сержант Блэкберг. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Есть угроза теракта в Нью-Йорке, а морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрёпанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорк? А вы? Потому что он так сказал. Читал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? 9 месяцев назад. Операция Swordbreaker. Иракский Курдистан. Так. Продолжайте. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the ramp.
Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna tell him that. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Внимание, выход на исходную через 5 минут. Прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран, не в Ирак. Они переходят границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли. Так, тоже на вечеринку мы опоздали. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Ты когда-нибудь задавался вопросом, какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? На противоположной команде. У них ни шарпа, ни пей. А кто у них такая есть? Старец? Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас сводка по противнику в этом районе есть? Предположим, самое худшее. Начали! Там какие-то шумки и вибрации. Определяйте цели. Это что, школа? Точняк, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Что это было? Надо сказать саперам, чтобы рвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Землетрясение! Мы примерно в 9 километрах от разлома! Здесь большой открытый перекресток. Стоп! Кто-то идет. Назад! Пропустим! Он ушел! Давай! Проходим двойками! Блэк, ты и Маткович, берите дверь справа. Двигаемся! Давай, Блэк, сейчас! Ни одного гражданского. Ни хрена мне это не нравится. Обстрел! Снайпер! Дымовая пошла! Где эта сука? Затаскивай его! Быстро! Пошли! Снайпер еще там! Террористы слева у стены! Разобрать цели! Не высовываться! Цепляйте лес! Пошли, пошли! За мной!
ты в порядке? Отлично! Окей, я встал. РПГ на 12! Второй этаж! Не подходи к машинам! Свои на подходе, свои на подходе. Всем огонь по зданию! Снял его! Боевики у здания на том конце стоянки. Обходят с фланга. Движение! Вон там, там! С той стены, справа! Слева контакт! Все, берем. Привет, друг. Чувствуешь? Так, поднимаемся. Следить за секторами. Надеюсь, Чав будет в порядке. Все будет отлично. Он крепкий, сукин сын. Внимательнее. От укрытия к укрытию. В окнах не светится. Тормози. Так, поднимаемся. Следить за секторами. Надеюсь, Чав будет в порядке. Все будет отлично. Он крепкий, сукин сын. Новый толчок? Возможно. Продолжаем движение. Внимательнее. Дерьмо! Слишком открыто! Иди от укрытия к укрытию. В окнах не светится. Не тормози. Ствол! Вали его! Мы атакуем! Эти парни не местные. И говорили не по-русски. Аль-Башир собрал здесь звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Чисто. Чисто! Черт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться! Точно в отеле! Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся. Иду. Двигаемся! Иду! Так, сюда. Спускаемся на край. Он башку высунет, тут мы его и шлепнем. Ага. Ближе к стене. Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. В кучу не сбиваться! Вперед! Так его видно? Есть! Блэк, давай! Чёрт! Движение! Так.
Так, хорошо. Значит, там, на той стороне улицы, на полпути где-то, прочно засел гаденыш. У меня гранатомет есть. Дай его Блэку. Лучше тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Это было красиво. Мы крутые? Мы крутые. Давайте найдем этот патруль. 1-3, санитарная команда. Мы тут вашего парня подлатали. Готовы забрать его на базу. Можете нас прикрыть оттуда? Конечно. Какое направление? Прием. Север. Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вас понял. Выходим. Прием. Отслеживать противника. Наши парни там как на ладони. Вижу противника. Движение на улице. Мы в укрытии. Выбейте их. 1-3. На балконах слева! Боевики на крыше, четко перед нами. Противник! Отслеживать улицу и крыши! Один, три. Похоже, все чисто. Мы выходим. Отбили! Все чисто! Да ты прикалываешься! А мы можем убраться с этой ебучей крыши? Пожалуйста. Да, назад мы уже не пройдем. Надо найти другой путь. Это нереально. Это можно использовать как мост. Давай. Сраный бойскаут! Пошли, пошли! Большая задержка. Продвигаемся к расположению цели. Прием. Мы идем. Надеюсь, они в порядке. А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Плохо дело. Брат, да Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители. Как ты вообще в морпехи попал? Да я и сам удивляюсь. Контакт! Ах ты ж сраный! Я ранен!
Это патруль? Это двое из него. Всем быть начеку. У нас тут раненые 200-е. Понял. Бродяга главный, я бродяга 1-3. Нужно эвакуировать раненых. Прием. 1-3, думаю, это возможно. Ждите инструкции, конец связи. Слушай, с этой хренью что-то не так. Ага, я вон что нашел. Это очень плохо. А вот тут вторичное! Вторичное, так точно! Блять, ребятки, мы привлекаем слишком много внимания. Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь, иди по проводу. Ну что там, Блэк? Проследи этот долбанный провод.
Машина противника с севера идет. Шевелись, шевелись! Туда! Машина остановилась! Блэк, садись за пулемет! На этой улице нам нужен огонь на подавление! Спереди, пул! Дай им прикурить! Бродяга 1-3! Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать? Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс. Как долго вы были без сознания? Когда я очнулся, солнце зашло, по рации передали... Сколько часов прошло? 6? 8? Это важно. Это поезд? Вы про Хантерс Пойнт? Отвечайте на вопрос, пожалуйста. Я не знаю. Меня трясло тогда жутко, когда вылез наружу. Было темно. Наружу? Вас засыпало? Я кое-что видел. Вы же сказали, что было темно и вас трясло. Слушайте, вы что, издеваетесь, что ли? Так мы же слушаем, сержант Блэкберн. А вы говорите. Пока. Ну, как скажете. Было темно, вас трясло. После толчка вы что-то видели. Что это было? С другой стороны, у меня есть идея получше. Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имчи! Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать? Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс. Как долго вы были без сознания? Когда я очнулся, солнце зашло, по рации передали... С другой стороны, у меня есть идея получше.
Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имчи!
там. Святые угодники! Блэкберн, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, бля, будет каждый сам за себя. Надо отсюда валить нахрен. Бродяга, это бродяга 1-3. Мне кажется, мы в исходной точке. Город не узнать без этих чертовых зданий. Вижу дверь. Иди. Блять, меня ранили! Стоять, ублюдок, руки! Святые угодники! Блэкберн, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, бля, будет каждый сам за себя. Надо отсюда валить нахрен. Бродяга, это бродяга 1-3. Мне кажется, мы в исходной точке. Город не узнать без этих чертовых зданий. Вижу дверь. Иди. Все эти передавали, что во всем городе повстанцы. Раз, и в Иране переворот. Спонсор переворота наш добрый друг ССО. Смотри.
Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук Аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране, прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на Аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, ее должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы не часто придерживаетесь порядков. О чем вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю ее. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на Аль-Башира. Хокинс, только что подняли уровень тревоги. Планы изменились. Отбываем прямо сейчас. Сегодня с нами работает УАК. Не время для какой-то вялой поддержки с земли. ЦНАП ведет нас в курс по десанту, но отправимся мы на ударное задание в Тегеран, аэропорт Мехрабад. У разведки есть снимки. Думают, нашли Аль-Башир. Так что точи клыки, Хокинс. Сегодня идем за большой добычей.